Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты трупы, все вы трупы. Холушки Амигос, после эпичного прыжка через лаву в конце прошлой серии я снова дошел к дверям того босса, забрал свои души, но внезапно на пороге вспомнил о том, что, как и на этой, на всей локации, у этого босса резист к огню близок к абсолютному, поэтому пытаться убить его огненным мечом все равно, что пытаться, я не знаю, заколоть слона зубочисткой, поэтому мне пришлось идти что-то думать насчет нового оружия, потому что, ну, более актуального для этого левела, поэтому я вспомнил девиз средневековых рыцарей, который звучит: какой хуй, такой меч. Поэтому они старались взять, знаете, меч побольше, там, двуручный, молот, дубину с большим набалдашником. Кто-то просто шел в лес и искал дубину какую-нибудь здоровую, там, в половину дерева, и чтобы ей размахивать. Поэтому я решил последовать то же самое, тому же самому правилу, и сделать себе вот это. Подождите, не та. Так, я решил последовать средневековым традициям, какой член, такой меч, и сделать себе вот это, и испытать эту хреномантию в бою. Но, как видите, кувырок, естественно, сразу же пропал, и поэтому придется немножко подраздеться, видимо. Кстати, прочность 70, ну пойдет, ладно. Итак, новый костюм нужен для этого уровня, что-то легкое, что-то непринужденное. Вот это кольцо я сходил, да, в бухте нашел кольцо солдата короля, но 5 единиц веса только добавляет, поэтому как-то оно не особо себя зарекомендовало. Ну, в смысле, что ничего сверх супер крутого оно не дает, и идти за ним, в принципе, было не обязательно. Так, что у меня вес? Оп, уже все, уже полтенка. Даже можно какие-нибудь доспехи, не знаю, получше надеть. Хотя нет, и так пойдет. Костюм такой, знаете, я у мамы ебу Кентий. Проверим. Все, прыжок, прыжок со мной. Нет, подождите. О. Не. Я лучше тогда шлем уж нормально одену. Мой шлем Венграла всегда со мной. Мне нравится просто он как выглядит. Он выглядит просто грозно. Так что посмотри. Посмотри, посмотри в мои глаза, ты видишь этот меч, представь, что он окажется в твоей жопе. Выглядит все очень внушающе. Меч, к сожалению, смог наточить только на плюс 6. Заточки закончились на этом. Но придется драться тем, что есть. Сразу испытаю. Ух ты, посох архидракона. Таким посохом, по-моему, Спартак дрался. Очень... Больше не на посох, а на какую-то экзотическую булаву похоже. Так, где-то здесь еще есть много-много, куча сраных, целых этих ссаных рыцарей. Сейчас на них я испытаю свой новый. Получи! И это был ваншот. Да, не бей лежачего проходить игру с таким мечом. А я знаю, что можно еще два таких в руки взять и двумя сразу атаковать. И это будет вообще детский сад, а не игра уже, не знаю. Овер много дамага слишком. Столько мобы не выдерживают. Плюс атака дальняя. О, да, и теперь игра, собственно, потеряет остатки интереса, потому что враги теперь просто будут сыпаться к моим ногам тысячами. Херак. Сильный удар еще и отталкивает его. Ой. Какие рыцари стали сразу беспомощные. Это нечто. Ну, круто, конечно. Почему бы и нет. Все-таки есть еще боссы сложные. Но они под конец игры только, в принципе, сложные теперь уже будут с таким-то дрыном. Ну давай, спрыгивай. Тебе жить-то вот пока я не прыгну. Херакс. И опять наручи. Да ёпшкин ты нахрен. Ну, кстати, меч уже очень быстро. Ай, да ёб твою ж опять ты, блядь, а. Как ты меня задолбал, собака. Меч, кстати, ломается, в принципе, по-прежнему быстро, и это ужасно бесит. Еще у меня есть, кстати, я арбалет немножко заточил. Не знаю, как можно заточить арбалет, но он стал мне теперь плюс 5. И, сука, местных этих, блядь, пиздюков, которых здесь стоит просто сраная орда, я теперь буду... Птибиум, блядь. Блищ. Ай! Бля. Сука. Что у него там стрелы с победи там, блядь, что ли? Пошел нахер.
700 душ дают за рыцаря, которого я убиваю одним ударом. Ну, это ли несчастье? Теперь их можно приманивать. Мудохать. Ух. Да, смотрится меч, конечно, хорошо, если бы еще не выщербины вот эти здоровые. Шлакс. Да, детский сад, честное слово. Слишком дамаг разогнали в этой игре. То есть, если будешь проходить игру на новой игра плюс, то бои будут, в принципе, выглядеть так, что либо ты ваншотишь врага, либо враг ваншотит тебя. Ай, блядский ты, сучий, блядь, потрох нахрен. Оп, как я его. Бля, красиво, прям вообще случайно, ну красиво, бля. Так. Не знаю, зачем главный герой выстрелил в стену. Да, ёпты, ну мои стрелы не долетают так далеко, конечно. Следующий кандидат. Ну. Бля, как классно, что можно достать теперь его на расстоянии километра. Целых три удара пришлось нанести ему прежде чем. Тихо, разошелся. Ой, ёб твою мать. Так, там второй бежит. Отпускаем цель. Включаем третью. Нахуй. Кто-то сдох. Ах ты, блядь. Подзаборная, ну ты посмотри, что догнал все-таки и вдул мне разанчик. А кто сдох? Кто-то оступился и в лаву улетел. А, бедняжка. Сука, сколько тут рыцарей понаставили в натуре? Блять, до хера их тут. Их тут столько не было, это точно. Просто невероятное количество. Ну почему? Эти стрелы, они еще и, сука, магические. Они, между прочим, денег стоят. Их вообще хер найдешь. Их даже не купить. 200 дамага, кстати. Да, ну разница. Видно, что слабость у местных рыцарей отнюдь не к магии, а, наверное, к молнии какой-нибудь. Блять, ты так махнешь нахуй, мы ёбнемся, блядь, в следующий раз. Прикиньте, мечом взмахнул, блядь, и улетел за мечом следом. Как Газманов, блядь. Не Газманов, а этот, как его там. Ну, короче, ай, блядь, видос есть, где чувак скачет с баяном просто вертушки. Использует свою гармонь как противовес и крутит вертухи, как Марк Дакаскас. Классно смотрится. Вот так же можно с этим мечом, я думаю, просто сделать у него противовес. И началась дьявольская перестрелка. Видели, да, что у него стрелы-то с доводкой? Она еще загибается в мою сторону, сука. Я думал, сейчас он закрутит стрелу в обход стены, блин. Давай уже. Тебе пора отчаливать, дружище. Отлично. Так, что тут? Все? Еще есть желающие отведать. Блять. Отведай, сука, силушки моей. Блять, у тебя тоже нихуево, согласен. Померились шашками, мой оказался потяжелей. Че у него? Монастырский талисман, да ёпте. Я вспомнил, по-моему, не Алонского рыцаря, а Сиама, по-моему, средние доспехи. И что-то типа того. Так, опять дошел к боссу. Опять душ набралось солидное количество. Вроде уже и терять-то жалко. Назад сходишь, выгрузишь их и опять сюда, да? Временно усилит оружие. А, магией, а, усиливает оружие тьмой, усиливает ядом. Ну, ядом босса бесполезно колупать, а, молния одна всего, мне ее жалко, поэтому я ее намажу сейчас вот этим говном по принципу, что много, то и в расход. Да, симпатично смотрится. Ну, давай, померимся силушками богатырскими. У него тоже меч не маленький, и сам он не... Ой-ой-ой, 500 дамага. А он, по-моему, еще... Да, он еще попукивает тут, блядь, в мою сторону. Активно. Быстро я его довел до ярости. Косой. Блядь.
Я-то вообще... Давай нахер, как таким замахом можно промахнуться по такой огромной цели? Ой, блять, пизда мне походу. Кстати, это не его ли шлем я потом... А, да, это его комплект потом будет. Че, он перестал пускать свою магическую хуидристику? Пока он закаливает меч, дамаг по нему, конечно же, вообще не проходит. Что очень логично. И пошел, и пошел. Да. Из-за огня это в прямом смысле жаркий поединок. На всякий случай. Блять. Да, от этого лечения я вообще ничего не выиграл. Как я сейчас не подох. Исправим это недоразумение. Отлично. Шикарный бой. Честно говоря, что-то этот босс кажется мне, ну, очень уж что-то живучим, потому что я с таким дрыном столько дамага и не снес ему даже половину, как мне показалось. Что-то как-то уж совсем сурово. Блин, пока он заколдовывался, могли бы дамаг и оставить, ёпте. Отлично. Просто, блядь. А. Согласен, перекур. Все, и все. И дамаг вообще из игры, блядь, ушел тут же. То есть если кому-то прибавили, у кого-то, блядь, убавился, да? Как он сейчас по мне не попадает? Чудо, бля, какое-то. А сейчас он как попадает, это, блядь, другое уже чудо. Блядь, я не понимаю, когда он делает эту хуйню, когда он, блядь, ее не делает, пиздец, сука. Уебище, блядь, натуральное. Кстати, вот двуручный меч, в отличие от одноручного, почему-то пролетает сквозь стену дамаг. Вот если одноручный бы здесь просто звякнул, то двуручный, в принципе, он пробивает, скажем так. Так, а что если я поменяю щит к хуям собачьим вот на этот? Я уже не знаю, блядь, босс, конечно, редчайшая уебищность и тварь, блядь. Ебучая. Потому-то я и собирал все сеты этих рыцарей, потому что, блядь, каждый раз тут по 20 раз проходил. Блядь, почему сейчас не сработала кнопка аптечки? Не въебу. Отведай с двухручной. И началось, блядь. Почему он сейчас по мне попал? Вопрос, конечно, интересный, блядь. Блять, хуёво уклоняюсь, по-моему, может в другую сторону, блять, попробовать. Может, у него в эту сторону от него уклонения нету. И тут он научился делать выпад. Да. Уклоняться от него это полная хуйня. Чё там нахуй происходит, блядь? А заебись вообще, блядь. Камера просто случайно застряла у него в заднице, блядь. Да заебись вообще, блядь, нахуй я тебе, блядь. Заебал ты, блядь, уёбок, нахуй, конченый, блядь. Шёл в пизду, блядь. Хуя он такой, вообще, блядь.
Вау, отлично. Пиздец, я не ебу просто, блять, как от него уворачиваться. Так, ну и понятно, что логика нормальной игры здесь не работает и неприменима, значит, действуем по логике ненормальной игры. То есть не надеваем брони больше, а надеваем брони меньше. Кстати, может щит взять. Вот такой, допустим. От огня он нихуя не защитит, конечно же. Зато у него стабильность. Как в России. А, это снять. Если это сниму, что будет? Да ничего не будет, это говно. Вот, меньше 60. Итого у меня появился шикарный типа кувырок. А если я щит сниму, тогда какой кувырок будет? Вот тогда прям кувырок такой, какой надо. Но, сука, страшно без щита. А, поэтому я сниму, пожалуй, арбалет. Вот, 53. Все, и кувыркаться быстрее я уже не могу. Намазать какой-нибудь говна на оружие. Малафью какой-нибудь перемазать, чтобы больше хотя бы хоть визуально хоть больше наносило. Хватаем мои души, коих тут уже, блядь, просто смешное, блядь, количество. И что, мажет? Фриц-то мажет. Кажется, я понял, у него безопасная зона между ног. Только не в случае вот этого удара. Давай дерись, свина, блядь, ебаная. Хватит там нахер свои грязные штучки применять. Не достал, хуй с тобой, убедил. Бздыньк. И резко куда-то весь его... Ай. Дамаг куда-то пропал. Ага, вот он. Сейчас будет весело. Знаете, с двух рук, сука, подсрачника. Богатырского. Ёпты, ну давай. Не попал. Да, ему, в натуре надо ему стоять у него между ног и желательно ртом за хуй зацепиться, чтобы не отвалиться. Блять, как он не достал сейчас. Что-то странное с ним происходит. В этот раз, наверное, игра меня начала жалеть наконец. Пошел нахуй. Пидорас. Ёпта, как ты меня заебал. Блять, ёбаный ты пиздец, какое говно. На данный момент это, наверное, пока что самый сложный босс в этом моем прохождении. Ради крайней меры единственная электрическая смола пошла в ход. Где мое барахло? Где мое место между его яиц? По-моему, электричество-то меньше, чем тупо магия наносит. Невооруженным глазом, по-моему, это видно. Да, электричество полный шлак. В этом бою. Я его брал. Сука, неправильно, каюсь. Да-да, перекур. И началось, блять, в колхозе утро. Давай. Давай, покажи мне, что ты можешь, ублюдок. Магиот, хули поспоришь тут, блять. Честно говоря. Завидев меня издалека, местные рыцари уже сами бросаются вниз в лаву. Так, ничем зачаровывать на этот раз я не буду. Кстати, понял, почему последние разы я так подыхал. Этот, внутри кусок дерьма, который даже щитом назвать язык не поворачивается. У него уж всего 20 защиты от огня, что я провафлил это. Ну, и хрен с ним, ладно. Тем принципиальней будет этот соперник для меня. На полу уже сколько душ. Я их причем не успею, не могу забрать, только если... Убью его, потому что, блин. Да, с тобой мы в белом танце дружимся. Походу в попу мы, сука, подружимся. Блять. Опа. А, потому что не успею я отсюда скастовать телепорт.
Понятно. Самое веселое начинается, когда он, сука, закалит свою шашку. Сначала он зажег свою жопу. Да, уворачиваться вообще не моя фишка, честно говоря. Я нихуя не понимаю, что происходит. Где? Я, блядь, все правильно прыгаю. Я хуй его знает, куда мне надо... Куда от него прыгать надо или что. В принципе, герой должен, блядь... Лезвие, когда он бьет, лежит плашмя. Герой подпрыгивать должен и перепрыгивать над этим лезвием. Но прыжка в игре нету, а перекат здесь какой-то, блядь, бессмысленный немножко. Блядь, я нихуя не улавливаю логики, сука, в убийстве этого, блядь, свинобосса сраного, блин. Я уже хрен его знает, может, действительно ядом попробовать, может, он сука, заразится и сдохнет, блядь, наконец уже. Потому что у меня уже кончились идеи на бой с ним, у меня нету плана. Как тебе ядом, а? Как жаль, но босса, сука, ядом не заразить нихуя. Печальненько. Серьезно, недостаточно. Да, вот теперь в упор к нему стоять, только от огня урона гребать, конечно. А стоять далеко от него, это точно огребать. А вот теперь уже хочешь стой, хочешь, блядь, не стой, все равно тебе пиздец. Давай, сучий потрох. Давай, сучья дочь. Я твою маму голубил и нежно целовал. Я не ебу просто, блядь. Самое интересное, что боссы еще не перестали спауниться. Ну, мобы в смысле, что рыцари до сих пор стоят. Блин, еще и сдох у дальней двери, как мудак, вообще классно. Вот почему ж ты потом, блядь, сука, попадать начинаешь, а? Бил бы так всю игру, блядь. Шикарно. Вот это уже дерьмово. Но лучше уж стоять к нему в упор и гореть, чем... Блять, как он попадает? Пиздец. Двойной Ван Дам. Поистине читерный прыжок у него, блин. Хуйни тоже, бля, лучше не уворачиваться. Бам, 550. Бам, блядь. А теперь уже 200 всего лишь. Что за хуйня? Ой, блядь, давай, ебаш. Он себе по ходу боя чего только не добавил. И брони, бля, и дамага. Отлично. Рано, да, рано. Тут, блядь, или рано, или поздно. Другого-то я не видел еще варианта-то. Как это я не огреб? Блять, ну да. Посидел такой он, блять, подумал нахуй. И думаю, дай-ка въебу все-таки ему этой хуйней. Блять, камера, блять, обиделась и начала показывать какую-то хуйню. Бей нахуй, руби, блять, его в пизду. Сука, наконец-то ты сдох, блять. Где мой жест радости? А, обоссаться, ёпты. Готов насрать себе на маску на эту.
Охереть. Да. Торжественно объявляю его самым уебанским боссом, блять, этой игры. Потому что это пиздец какой-то. Сколько раз, сколько попыток. Так, тут что-то кровь подозрительная. Не-не-не, где костер? Ааа. Бля, господи. 140 тысяч душ. Ой, блядь. Ну, чё вы тут сдохли-то все? От счастья, наверное, что там в сундуке? Свиной щит и огненная бабочка. Ну, свиной щит, это, конечно, самая жесть в этой игре. Просто непонятно вообще, нахуя такая штука нужна. Господи, и нахрена, что я уже в кнопках путаюсь. Понимаете, что это... Я просто боюсь, что сейчас что-нибудь случится, у меня выключится компьютер, и у меня не загрузится сохранение, и я буду снова драться с этим, блядь, боссом. Господи, как почитать-то? Старый щит в форме свиной головы, свинья выглядит почти настоящей, но не более того, защищает не лучшим образом, хотя и может испугать неподготовленного врага, да. Это для ПВП, видимо, щит, для юмористического ПВП. Все. Нахрен, я от этого костра никуда не пойду. Мне совершенно до лампочки, сколько там шла времени эта серия, но наигрался я на 3 дня вперед по ощущениям, поэтому что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.